Ребята, всех приветствуем. В общем, вы уже догадались, да? Сегодня покажем ворота. Ребята просили в законченном виде показать, как это будет выглядеть. Вот сейчас мы устанавливаем. Ну, практически уже поставили, установили сейчас. Вот, кое-какие сварные моменты сейчас доделаем и закончим. Так что давайте, присаживайтесь поудобнее. Погнали. Плохо, конечно, что здесь теневая сторона. Солнце все с той стороны. Вот. Значит, вот эти закладные тумбы, соответственно, мы здесь не делали. Здесь были проемы. Кстати, закладные были уже. Вот. Мы только приварили ответную планку вот с шарнирами на эти закладные. То есть вот так вот получилось. Вот такие вот шарниры. Вот. Токарная работа тут. Можно, собственно. Ну и все. Значит, здесь вот так вот это выглядит. Калитка то же самое с притворной планкой. Вот так вот она. То есть выглядит, ну, в переход в ворота. Значит, соответственно, вот здесь из вот этой всей картины штамповка только вот. Это иранское литье. Вот это чугунина и вот эта штамповка. В принципе, но похожие вещи можно сделать все руками. Ну и вот тут еще. Вот. Остальное все кузнечная работа. Клепки. Вот эти все вензеля. Витяк весь полностью. Вот. Повторюсь, вот это вот ничего не пустотело. Это 14 квадрат полнотелый. То есть ворота тяжелые. Все это выстукивается, выгибается. Вот. Сейчас вот приварили засов. Все это потом подчистим. Покрасим. Значит, здесь, пользуясь моментом, передаю всем родственникам приветствую. Антоха. В общем, ребята, здесь подразумевается в дальнейшем привода. Не знаю, мы будем ставить или не мы. Заказчик тут еще должен сам определиться. С нас пока задача поставить, изготовить ворота с калиткой. Вот. Поэтому, ну, в принципе, тут ничего сложного. Мы уже подготовили под привода, под электро. Здесь вот закладные сделали, вот в это место. То есть усиление. Ну и здесь вот то же самое. Торцы вот эти специально сделаны вот так. Да, Антоха? Да, чтоб не задевало, да. Вот об эту планочку. Все. Ну вот с приводами, я не знаю, конечно, как они там все это усилили, ребята. Но думаю, что ничего здесь такого критического. Все выдержит. Пластина там что, четверка, по-моему, да. Вот. И кабеля хорошие заложили. Вот. Изнутри лист плоский, двойка стенка, покраска молотковая, соответственно, все на клепках. Сварочник китайский. Сварочник китайский, да. Китайский. Китайский, да. Что, нормальный? Ходит сколько лет уже?
производство, россияйцы, русские в перемешку с китайцами. Вот. Сейчас прорекламируем, они же нам не платят за рекламу, что ты, Антоха? А мы вот потом пойдут коммерческие патроны, предложения. Да, да. Ты электроны рекламируешь сейчас? В общем, ворота вот эти вот от нижней до верхней самой точки 2,70 по высоте. Вот, в принципе. Толик, куда ты потащился-то? Толик, так там еще приваривать на. То ли не Оля. Вот так вот. Ольга, я Антон. Вот так вот у нас, ребята, весело на монтажах. Зачем? Тут же есть же прихватки. По старым прихваткам. Отдай. Вот сейчас притворочку сделаем. Чутина. Вот так оно. Да. Давай, Толик, жги. Костры. На озере покрышка. Вот сейчас будем чистить, подкрашивать. Значит. Здесь вот у нас еще одни ворота. Мы их установили неделю назад. Ребята, помните, когда с ракет мороза было? Вот тогда и ставили. Парни сдрогнули. Вот. Вот здесь солнышко можно здесь показать. В принципе. Ну, они в одном едином стиле. Ну вот, ребята, все это вот в законченном виде так выглядит. Вот. Калитка, ворота. Собственно. Ну и вот эти еще ворота наши. Все, ребята. Всем пока, до новых встреч, надеюсь, понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про Инстаграм и Контакт, ссылки в описании. Пока!